Рукавичка. Русская народная сказка. Читает Ирина Младенова. Потерял дед рукавичку. Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и сидит. Тут скачет лягушка и говорит: «Кто в рукавичке живет? Мышка-поскребушка, а ты кто? Лягушка-квакушка, пусти меня к себе жить. Заходи, вдвоем веселее будет». Вот бежит зайчик, да и говорит: «Кто в рукавичке живет? Мышка-поскребушка, лягушка-квакушка, а ты кто? Зайчик-побегайчик, пустите и меня к вам жить. Заходи». Бежит лисичка. «Кто в рукавичке живет? Мышка-поскребушка, лягушка-квакушка. И зайчик-побегайчик, а ты кто? Лисичка-сестричка, пустите и меня к вам жить. Заходи». Вот сидят они. Бежит волчишка и спрашивает: «Кто в рукавичке живет? Мышка-поскребушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, а ты кто?» «Я волчишка-братишка, пустите и меня к вам жить, заходи». Идет медведь, ревет и спрашивает: «А кто в рукавичке живет?» «Мышка-поскребушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка». «Да волчишка-братишка, а ты кто?» «Я топтыга-медведь, пустите и меня в рукавичку». «Заходи». Вот и тот влез. Бежит кабан. «Хрё-хрё-хрё, кто в рукавичке живет?» «Мышка-поскребушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчишка-братишка, да топтыга-медведь, а ты кто?» «А я кабан-зубан, пустите и меня в рукавичку». «Заходи». Идет охотник, видит, рукавичка шевелится. Он как стрельнет! Звери все и разбежались. Одна рукавичка охотнику осталась. Спокойной ночи, милые дети!